Почтить память Никиты Карпова пришли около сотни человек. Те, кто всегда был рядом. Те, кто с ним работал и у него учился. В культурном центре «Лира» Никита выступал и преподавал. Все это вместе с супругой Анастасией Карповой. Курянин показывал подрастающим артистам пример не только в профессии, но и в жизни. Очень приятно, что когда я буду приходить на работу, хоть я не буду видеть вживую Никиту, я буду видеть его образ на нашем ДК. Никиту невозможно представить без улыбки, рассказывает его супруга Анастасия. Эту очень важную деталь на барельефе изобразил курский скульптор Владимир Бартенев. А под портретом создал небольшой сюжет из творческой жизни хореографа. Здесь курянин исполняет один из любимых танцев – смуглянку. Эту историю подсказала мама Никиты. Подсказывали выражение лица, там, губы, нос, чуб. У него все время был чуб наверх. Вот. Поэтому хотелось, конечно, чтобы было точно. Мне хочется пожелать только сил близким и родным. Но мы с честью всегда говорим о том, что герои среди нас. И это пример. Пример для подражания. После открытия барельефа для гостей «Лиры» провели памятный концерт. На сцене выступили воспитанники Никиты Карпова. Поделились и воспоминаниями о любимом наставнике. Я на последней тренировке тоже помню, к нему подходил. Я ему пожал руку, сказал: «Никита Витальевич, мы вас ждем». Подшутил даже, сказал: «Давайте я вас спрячу». Он сказал: «Нет». Открытие барельефа и творческий вечер – части одного проекта под названием «В память», который организовали культурный центр и областной благотворительный фонд «Венец добра». Михаил Агарков, Сергей Гридунов. События дня.